श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा Прежде всего, я предлагаю свои смиренные отдавать пранамы моим духовным учителям Нитилилу Правишну Шнупата, Штутара Шата, Шишимат Бхактивиданте Шиливамани Гасай Махараджу и Нитилилу Правишну Шнупата, Штутара Шата, Шишимат Бхактивиданте Шиленарайни Гасай Махараджу. Также я предлагаю свои почтительные дандават пранамы лотосным стопам Нитилилу Правишну Шнупата, Штутара Шата, Шишимат Бхактивиданте Свай Махараджу, Шили Горгавина Гасай Махараджу, Шили Бхакти Браматпури Гасай Махараджу, Шили Бхакти Ракшакшидар Гасай Махараджу, Шили Бхакти Виген Барати Гасай Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве, собравшимся здесь и почтенным гостям. I want to speak few words about the glories of the association Sadhu Sangha Mahima. Я бы хотел сказать несколько слов о славе общения Саду, Саду Санга Махима. Кри Чайтанья Чайтамритам Кришнадас Кавираджа Госвами explained, Sadhu Sangha, Sarva Shastrika, Lagumatra Sadhu Sangha, Sarva Shaktika. All the original scriptures that we have glorified about the association of Sadhu. One moment or half moment of Sadhu, then you attain your highest perfect Sangha. Читание Чаритамрити Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет Саду Санга, Санга Сарва Шастри Хой в этой шлоке, что мгновение или половина мгновения общения саду дарует все совершенства. But one day Narada Риши, he came in Vaikuntha Dham. Однажды Нарада Риши, он прибыл на Вайкунтха Дхаму. And he asked to Lord Вишну, about the association of Sadhu. И он спросил Господа Вишну об общении с саду. If you get association with Sadhu, what benefit will you get? Если вы будете общаться с саду, какое благо вы получите? Yeah? Is it true? Так это или нет? What benefit will you get the association with Sadhu? Какое благо возможно обрести в общении с саду, со святыми? What benefit will you get? Какое благо? What is your name? What benefit will you get? Какое благо мы обретем? If we do karma, jnana, yoga, tapasa, many kinds of benefits we get.
Если мы будем совершать карму, гьяну, йогу и тапасию, то там тоже можно обрести какое-то благо. If you do karma, then your health is very strong. Если вы будете совершать карму, то ваше здоровье будет очень сильным. And then do more and more hard karma, then get lot of money, wealth. Если вы будете больше совершать сложные кармы, то вы обретете много денег. Then you become very rich, wealthy person. И вы станете очень богатым человеком. Is it true? Так это или нет? Okay. People are saying you have to perform karma. Is it true? Люди говорят, вы должны совершать карму. Это так. But if you serve sadhu, what benefit will you get? Но общаясь с саду, какое же благо вы получите? This is the question also. Это вопрос. Какое благо можно получить в общении с саду? So, for this god, once Narada-rishi, he asked Lord Vishnu, I want to know the actual sadhu and what benefit would I get? И поэтому Нарада-риши, он спросил у Господа Вишну, что какое же благо я получу, общаясь с саду? Then Lord Vishnu told, you know everything, because many years you are practicing and you are my eternal association, you know everything. И Господь Вишна сказал, ты же все знаешь, ты столько практикуешь, и также ты мой вечный спутник, поэтому ты должен все знать. But Narada-rishi told, no Prabhu, oh my Lord, I want to listen from your lotus mouth. Но Нарада-риши сказал, о Прабху, о мой Господь, я хочу это услышать из твоих уст. What the benefit will get the social sadhu? Какое благо я обрету в общении с саду, со святым? That time Lord told, Vishnu told to Nārada-riṣi, listen. И тогда Господь Вишну сказал, Нарада-риши, послушай. You go the material world. Отправляйся в материальный мир. And we see one nice beautiful forest. И ты увидишь прекрасный лес. In the middle of the forest, a very nice, beautiful pond. В этом лесу находится прекрасный пруд. And the water of the pond completely neat and clean, as like crystal. И воды этого пруда очень чистые, подобно кристаллу. And there are many also lotus blossoms. И в этом пруду множество распустившихся лотосов. In the pond, though there are many lotus blossoms, but one big lotus blossoming there, and one bumblebee is humming and collecting the honey from the lotus. И несмотря на то, что там очень много красивых цветущих лотосов, один лотос очень большой из них, и над ним постоянно бьется один шмель, который постоянно пьет нектар из этого лотоса. Maybe that bumblebee will glorify the association with sadhu. И возможно этот шмель, он прославит тебе славу общения с саду. Then Narada-rishi, he came from Vaikunthadham to this material world. И тогда Нарада-риши, он спустился с Вайкунтха-дхамы в этот материальный мир. Then he saw one very nice beautiful forest. И он увидел этот прекрасный лес. In the middle of the forest there were very nice beautiful pond. И в середине этого леса находился прекраснейший пруд. And the water of the pond is like crystal water. И воды этого пруда были кристально чистыми. Automatically, you will be very thirsty and drink water. И если вы туда придете, вам сразу захочется испить этой воды. Even you drop the one coin, the coin will go in under the bottom. You can see. И даже если вы бросите монетку в воды этого пруда, вы увидите, как она достигнет дна. So, in that the pond, one lotus, big lotus blossom. И в этом пруду было очень большое цветущий лотос. And sweet fragrance in that the place. И он источал прекраснейший сладостный аромат. Many honeybees, they are humming. И там было множество пчел. Making sound very nice, beautiful. Издавая такое прекрасное, приятное жужжание. So now this is also one
Итак, Нарадариши, он увидел этого большого шмеля, который пил мед из этого лотоса. И Нарадариши он спросил шмеля. Бабу, tell me the glory of the assistance sadhu sangha. О шмель, прославь мне славу общения саду, саду санга махина. That time that bamboo is completely absorbed to collect the honey from the lotus. Но этот шмель, он был полностью погружен в собирание меда из этого лотоса. Then Narada again and again asked, hey bamboo, tell to me, what is the glory of the assistance sadhu and what benefit will get? И Нарадариши он вновь и вновь попрошал у него, о шмель, прославь мне общение с саду. И тут этот шмель он прекратил пить нектар из этого лотоса. Then he just turned his face towards Nadasi and noticed. И он только лишь повернул свою голову и посмотрел на Нарадариши. Then that bamboo left away. И тут этот шмель умер, оставил тело. Did not say any words, just turned his face towards Nadasi and left his body. Он не сказал ни слова, он только лишь повернулся, взглянул на Нарадаришу и оставил свое тело. Then Nadasi became surprised. И Нарадариша очень удивился. Oh my God, what to do now? О, что же теперь делать? Then Nadasi again returned back in Vaikuntha. И тогда Нарадариши вновь возвратился на Вайкунтха-дхаму. And told to Lord Vishnu that bamboo, he did not take anything, just he turned his face towards me and left away. И он сказал, этот шмель мне ничего не сказал, он только лишь повернулся на меня, посмотрел и оставил свое тело. So Нарадариши told to, you tell me, what is the glory of the assistant sadhu and what benefit will get the assistant sadhu. Поэтому, пожалуйста, ты расскажи мне, в чем же слава общения саду? Then Lord Vishnu told, don't worry, again you go to the same place. И тогда Господь Вишна сказал, не волнуйся, а вновь иди, возвращайся в то же место. In the middle of the forest and the same pond, on the bank of the pond, one very nice, beautiful mango tree is there. Посреди этого леса растет прекрасное дерево манго. And one кукува, he is there. И на нем сидит кукушка. Maybe that кукува will glorify the association of sadhu, sadhu sangha. И, возможно, эта кукушка расскажет тебе о славе саду, общение со святыми. So according to the instruction of Lord Vishnu, then now this is again came down. И соответствии с наставлением Господа Вишну, Нарадариши он опять отправился в материальный мир и пришел в тот лес. Then now this is so. On the bank of the pond, there were one very nice, beautiful mango trees. И Нарадариши он увидел на берегу того пруда прекрасное манговое дерево. And small and small also buds the mangoes come. И на нем уже показались прекрасные, очень сладостные бутончики цветов манго. And that is completely very nice sweet smell of the mango. И от этого дерева исходил высочайший аромат. And many also small mangoes and also what is called coming? Buds. И там были на этом дереве цвели цветы, также были бутончики цветов, и уже небольшие манго показывались. И вокруг царил очень приятный аромат. So there are many honeybees, bumblebees, they also humming, making sound very nice. И вокруг него летали пчелы и множество шмелей. And he is now this one, Kukkuvar. He was sitting on the branches of the tree.
И так на Радарише он увидел одну кукушку, которая сидела на дереве этого мангового дерева. And cook was completely intoxicated, and to singing a nice beautiful song with his own tune. И эта кукушка пела очень сладостную песню на собственную мелодию. Have you seen her now? Когда мы слышали, какая кукушка? Now. Yeah, кукуба. Здесь есть кукушки? What time? Spring season. Какое время они начинают петь, куковать? This time, no. А сейчас поют? This time cold. Сейчас cold. Now it's very cold. Russian cuckoo was another melody. Горло болит, холодно. Русские кукушки, говорю, по-другому поют. So now coming in this way, now this way, he saw that cuckoo completely intoxicated, singing a nice, beautiful song. Continue. Итак, на Радарише он увидел эту кукушку, которая была погружена в свое сладостное пение, и она пела свою песню, не прекращаясь. Then Adishi came and asked the kukuva, "Hey, kukuva, tell me, what is the glory of the sadhu sangamai?" И на Радарише он подошел к этой кукушке и спросил у нее: "О, кукушка, расскажи мне о славе общения с саду." That cuckoo continued completely intoxicated, singing his song. А эта кукушка, она все пела и пела. So again Nadishi asked the cuckoo, "Tell to me, what is the glories of the associated sad?" И на Радарише он вновь и вновь спрашивал ее: "Пожалуйста, расскажи мне славу общения с саду." And what kinds of benefit will you get the associated sadhu? И какое благо возможно обрести в общении со святыми? Then after a few minutes, the cuckoo stopped to sing. Через несколько минут кукушка перестала петь. Then cuckoo just turned his face to Naradesh. И она повернулась к Нарадарише. Then cuckoo fell down and left him. И тут же она упала и оставила свое тело. Then Nadi became very surprised. И Нарадарише поразился. Well, that cuckoo he did not say to anyone. Но эта кукушка, она же ничего мне не сказала. About the glories of the sadhu sangha. Совсем ничего о славе саду санги. Nadi became very upset. И Нарадарише он очень расстроился. If you ask to someone question, you will not give answer. Then you become upset or not? Если вы будете что-то спрашивать у кого-то и вам не будут отвечать, вы будете расстроены или нет? Сатта Брата Про. Как, кстати, Брата Про? Yes. Yes. Гурудеву в скайпе писать. Давай, Гурудеву в скайпе. And Gurudev doesn't answer. Very upset. So Nadarishi, he didn't say anything. He did not say anything. Итак, Нарадарише, он очень расстроился. О, она ничего не сказала. Maybe think I'm not a good person. И Нарадарише подумал, я, наверное, какой-то плохой человек. Because bumblebees and also cuckoos, both they will turn their face towards me and the other. Потому что как этот шмель и эта кукушка, они только посмотрели на меня и тут же умерли. Итак, Нарадарише, он возвратился на Вайкунтха-дхаму. И спросил Господа Вишну. О, мой лорд Вишну, the cuckoo, he did not give any answer. And what the glory of the associated sadhu and what benefit will get? О, Господь Вишна, эта кукушка ничего мне не ответила, ничего не рассказала о славе общения с саду и какое благо можно получить, общаясь со святыми.
And both they also left body, just turned their face towards me. Как тот шмель, так и эта кукушка, они оставили свои тела, только лишь взглянув на меня. What about bumblebee and кто эти двое? Шмель и кукушка. So please, you tell me. Or in the glory of the association. Вот поэтому, пожалуйста, ты расскажи мне, в чем же заключается слава общения с саду? Then Lord Vishnu told, no, no, you go in the same place. И Господь Вишна сказал, ничего страшного, отправляйся в то же самое место. One brahman, listen, the wife of brahman. Там одна брахманя, жена брахмана. She gave just birth a new one. Она только-только родила новорожденного младенца. Maybe that newborn baby will give answer every question. И, возможно, этот ребеночек расскажет тебе об этом, ответит на твой вопрос. Then Narada told, no, no, I don't go there. Нет, я не пойду туда. If I am very bad person. Потому что я такой плохой. What is it? Bumblebees and Pukubas, they left for there. If I go that place, then when one baby will die, then baby will be talking with me. Потому что как тот шмель, так и кукушка, они оставили свои тела, умерли, только лишь завидев меня. И если я приду туда, и этот младенец также умрет, то все его родственники очень сильно побьют меня за это. So it is better I would not go. Поэтому лучше мне туда не ходить. Listen, Lord Vishnu told, in this material world, take birth, give up the body. This is a dependent one, not to anyone. И Господь Вишну сказал, те, кто рождается в этом мире или умирают, это не зависит ни от кого. You cannot blame to others. Вы не можете жаловаться на других, почему так происходит. Take birth. And giving of the body depend on his own karma. Рождение и когда человек оставляет свое тело, это зависит от его кармы. Шримад Бхагаватам Сридеви Госвамипад told this katha past tense also. Шримад Бхагаватам Шрила Шукадева Госвамипад он рассказывает харикатху на эту тему. In this material world, all the living entities. В этом материальном мире все живые существа. And give up this body according to their own fruitful action karma. Принимают рождение и умирают, оставляют свое тело в соответствии с плодами своей кармы. Everything you will get according to your previous fruitful action. Вы все сможете обрести в соответствии с плодами своей предыдущей кармы. Wife, children, wealth, money, husband. Жену, детей, деньги. Name, fame, reputation. Славу, почет, и так далее. Coming from here. Откуда это приходит? You know, previous fruitful action karma. Из-за плодов вашей предыдущей кармы. But conditioned soul, they also blame to others. Но в условном душе они постоянно жалуются на других, обвиняют других. Everything is, that is called predicted and predestined. Но на самом деле все уже предначертано и предрешено. Understand? Because you did previous life, what is the good, bad, that action, for your action is coming. Потому что бы вы ни делали в предыдущей жизни, хорошие поступки, либо же дурные, плохие, вы получите соответствующие плоды в этой жизни. If you perform good things, then good result will come. Если вы что-то хорошее делали, то придет хороший результат. And if you did bad things, bad result will come. А если что-то плохое, то будет другой результат. Now what you're doing, that is also result for your next life. Сейчас, что бы вы ни делали, это уже будет закладывать платформу вашей следующей жизни. And now what you enjoying or suffering, that is your previous potential action. А если вы, например, сейчас страдаете, либо же наслаждаетесь, это из-за того, что вы делали в прошлой жизни. Пурбадхита гачита дханам, пурбадхита гачитам кармам, пурбадхита гачитам виддам, пурбам дхавати дхавати. Пурбадхита means past life. You did good things or bad things, that future action is coming. То есть, что бы вы ни делали в прошлой жизни, что-то хорошее, либо же плохое, соответствующие плоды придут в этой жизни. Therefore, every action is equal and opposite reaction.
И на каждое действие есть равное по силе противодействие. This is called Newton theory. Это теория Ньютона. You learn this. What is that? Вы учите. Therefore, every action is equal and opposite direction. Ньютон сказал, таким образом на каждое действие есть равное по силе противодействие. In this material world, the condition of soul, sometimes they are getting happiness, sometimes unhappiness. В этом материальном мире обусловленные души иногда счастливы, а иногда страдают. Несчастливы. Actually, Srimad Bhagavatam discusses this thing. Actually, no one is happy in this material world. На самом деле в Шримад Бхагаватам говорится, что в этом материальном мире никто не счастлив. Who is happy? Raise one hand. Поднимите руку, кто счастлив? Ну вот, Брахма говорит, что счастлив. Actually, you're not happy. You're saying happy, just relief from the sun, distress. For this reason, you're saying, I'm happy. На самом деле, счастье этого материального мира это всего лишь небольшое, как это сказать, облегчение от страданий. То есть, если вас чуть-чуть отпускает, вам кажется, что вы счастливы. Just to give an example, you are suffering from the fever. Такой пример. Например, вы страдаете от высокой температуры. Seven days high fever. 7-8 дней высокая температура. Then fever is gone. И потом, когда она прекращается. Then you recover your health. Вы вылечились, поправили здоровье. That time you are saying, I am happy. И тогда вы можете сказать, ой, я так счастлив. Actually, for this Srimad Bhagavatam gives this evidence. На самом деле, в Шримад Бхагаватам приводится это доказательство. Then, when you are then, from the when you are feeling then, happiness, that happiness actually recovering our previous unhappiness. То есть, как я уже сказал, счастье этого мира это небольшое облегчение от страданий этого мира, от несчастья. So for this regard, that is called the happiness, that is your sukha. И это мы считаем счастьем. На санскрите это называется сукха. Yeah. But all we are unhappiness in this matter. Но на самом деле все мы несчастливы здесь. Because this material world full of distress, unhappiness. Потому что этот мир, он полностью наполнен страданиями и беспокойствами. Dukkhara sasatam. This material world is called full of distress and unhappiness. Этот материальный мир наполнен несчастьем и страданиями. Понимаете? And all things are coming, all fruit of action, in the rotation coming. И все приходит в соответствии с плодами вашей кармы. So now coming in this way, so Lord Vishnu told to Narada Rishi, don't worry. Итак, Господь Вишну сказал Нараде Риши, не беспокойся. Then Narada Rishi came. Итак, Нарада Риши пришел туда. In that place. Nearby one very nice beautiful village. В эту прекрасную деревню. And one lady I told her. Там была одна женщина брахманин. She gave birth the new one baby. И она родила младенца, новорожденного младенца. And everybody happy. И все были так счастливы. If the newborn baby come in your house, you are happy or not? Если в вашем доме рождается маленький ребенок, вы будете счастливы или нет? Parents, they are very happy. Родители, они так счастливы. All the relatives, they are very happy. Все родственники радуются. This is так это или нет? And they celebrate very nice, beautiful, happy birthday. И так там проходил фестиваль счастливого рождения этого ребеночка. You are doing or not? Вы проводите вот эти праздники в честь дня рождения? You celebrate your son's daughter happy birthday. Празднуете дни рождения своих детей? And things also doing also. Да, да. Много приготовлений. Also, you also celebrate of your very nice, beautiful anniversary. А, например, годовщину свадьбу празднуете. You did or not? Делаете это или нет? Huh?
Sensing, yes. Говорят вам да, кто-то единицы. When divorce also anniversary. Или, например, годовщина развода. Очень хороший праздник. You understand? Понимаете? Sometimes divorce is also very nice. Иногда от развода вы тоже очень счастливы. I think no one really is. Мне кажется, никто не прав в этом. Разные, знаешь, всю катушку больше, чем на свадьбе. You stay in divorce, you sometimes celebrate more than marriage. So now coming in this way, this now this is really arrived. This very nice, beautiful place. And happy birthday. What is called? This celebration is going on. Happy birthday, baby. Он пришел в то прекрасное место, и там проходило празднование дня рождения этого младенца. And everybody absorbed. To celebrate happy party of the newborn baby. И все были погружены в празднование дня рождения этого ребеночка. So now, Нардеси came in that place. И Нардариш он пришел туда. So the newborn baby in one room. И он вошел в комнату, где находился младенец. Then Нардеси, he came. In that place. Нарадариша вошел в ту комнату. And Нарадариша asked the newborn baby. И он спросил ребенка. Hey, newborn baby, tell to me, what is the glory of the ascended son and what benefit will get? О, младенец, расскажи мне о славе святого, сообщения с саду, и в чем заключается благо общения со святыми. The newborn baby's heart completely melted and tears rolling down. И сердце этого младенца полностью растаяло, и он заплакал. Completely stunned, and he did not say anything. Он оцепенел и не мог ничего произнести. Just was looking, in the face of Нарадариша. Он просто смотрел в лицо Нарадариша. Top to bottom. И он смотрел на него сверху вниз. Again, the newborn baby was looking, in the face of Шаду Нарадариша. Итак, этот младенец рассматривал прекрасный лик Нарадариши. The Нарадариша again asked, "Tell to me." What is the glory of the ascended sadhu and what benefit will get? Ну, Нарадариш, он спрашивал вновь и вновь, расскажи мне славу общения с саду, и какое благо получим, возможно получить, общаясь со святыми. Then, newborn baby told him, Нарадариши, no, you know everything. Этот младенец ответил, о, Нарадариш, ты же все знаешь. You are the great devotee of Lord Vishnu. So ты великий, преданный Господа Вишну, поэтому тебе все известно. Sadhu means, he knows. Саду, он все знает. But according to teaching for the others loka shiksha. Но для учения других, чтобы получить лока шикшу. So just you ask me. Поэтому ты спрашиваешь об этом меня. So I must give answer. И поэтому я должен тебе ответить на твой вопрос. Then I'll see it as quick. И Нарадариша, да, пожалуйста, расскажи мне. Because Nardis is afraid, again this boy will die, then big problem will come. Расскажи скорее, потому что Нарадариш, он подумал, если этот ребенок сейчас умрет, то есть большая проблема наступит. Because before happens, things are not. Потому что кое-что уже случалось до этого. Да, мы кукувар, что там случилось с кукушкой? Она оставила тело? Then the newborn baby told Nardis, listen, you are so kind to me. И Нарадариша он сказал, о, Нарада, послушай, ты необычайно добр ко мне. My soul, Atma, in this body, in this. На самом деле, у меня есть Атма. Моя душа находится в этом теле сейчас. First I was born in the body of Bumblebee. Но вначале я родился в теле Шнуля. I was humming on the lotus. И я кружил над лотосом. And I was collecting the honey from the lotus. И собирал мед этого лотоса. And that time just you gave me darshan. И ты мне дал свой даршан. Then your darshan, then I left my body. И благодаря получению твоего даршана я оставил свое тело. Because I was thinking in this Bumblebee, I can do bhajan and sadhana.
Потому что я подумал, что в теле этого шмеля, в теле шмеля я не смогу совершать баджана садхану. Then my soul coming in the body of. И затем моя душа вошла в тело кукушки. Then second time also you gave me darshan. И во второй раз ты вновь даровал мне свой даршан. Then that I was thinking in this kukuvan I cannot do it. И опять я подумал, что в этом теле кукушки я также не смогу совершать баджана садхану. Then third time I have come here. И в третий раз ты уже пришел сюда. And now I have come in this human body. А я уже воплотился в теле человека. So I am very lucky. Я необычайно удачлив. Because only human body I can practice devotional service to Lord. Потому что только в человеческом теле я могу совершать преданное служение Господу. The conclusion is that only the human body we can practice devotional service to Lord. И заключение этой истории таково, что только лишь в человеческом теле возможно совершать баджана садхану, духовную практику. Except the human body, no one can do bhajana sadhana. Помимо человеческого тела, ни в каком другом теле это невозможно сделать. Without bhajana sadhana, you cannot attain to the abode of Lord. А без совершения баджана садхана невозможно достичь обители Господа. Bible also very clearly explains this subject. В Библии очень ясно объясняется. God created man after his own image. Господь создал человека по образу и подобию своему. That means God, He created all the living entities. То есть Господь, Он сотворил все живые существа. Cats, dogs, animals, birds. Собак, кошек, птиц и других животных. But He did not satisfy. Но Он не был удовлетворен. Why? Почему? Because animals, cats, body, they cannot do bhajan sadhana. They cannot get associated with sadhana. Потому что в теле животного невозможно общаться с саду, невозможно совершать преданное служение. Only human body we can get associated with sadhu. Только лишь в человеческом теле возможно обрести саду санку. What is the meaning of the association with sadhu? И каково значение общения с саду? Какое? Слушать харикатху. Синнатан сакатха кришна пунна савана киртана. Subhadrani Vidurani Vyut Suhiti Satam Nashto Prayasu Abhadrisu Nittam Bhagavata Seva. If you listen to Harikatha, the Harikatha is not different from Sri Hari. Шримад Бхагавата говорится, что если вы слушаете Харикатху, Харикатха не отлична от самого Господа Шри Хари. And Sri Hari also, Harikatha means Sri Hari himself, enter in your ears and come in your heart. И этот Шрихари в образе Харикатхи входит в ваши уши и опускается в сердце. And clean all your unwanted things, lust, anger, enviousness, stupid nonsense, stupid things. И очищает его от всего нежелательного, от гнева, вожделения, жадности, зависти и других плохих вещей. So that means only Harikatha purified your heart. То есть только лишь Харикатха может очистить твое сердце. By the power of karma, jnana, yoga, tapasa, you are completely purified. Совершая карму, гьяну, йогу, тапасию, вы не сможете полностью очистить свое сердце. Only by the power of karma, jnana, yoga, tapasa, temporarily you can purify your heart, not complete, not absolute. Совершая эти процессы, вы можете очиститься лишь на время и не полностью. But you listen to Harikatha. From the Lord's lips of pure sadhu, Shuddha Bhakta. Но слушая Харикатху из лотосных уст саду, от Шуда Бхакти. Then your heart will be neat and clean. Ваше сердце станет кристально чистым. So saying this word, Sinnatam, Sinnatam Sakatha Krishna. Punna Sravana Kritam, Chabadrani Vidurdi Suhiti Satam. Nashto Prayasu Abhadrisu Nittam Bhagavata. Кришна Катха means Кришна Himself. Кришна Катха означает, что сам Кришна. That is called transcendental sound, Шабда Брахма. Это сам Кришна, то есть трансцендентный звук, Шабда Брахма. And enter in your ears. Он входит в ваши уши. And come in your heart. Опускается в сердце. In your heart so many dust in there. И в вашем сердце столько грязи. He cannot clean. Столько пыли, all the dust from your heart. И вы не можете сами ее вычистить. So Krishna enter
inside your heart through Harikatha. И Кришна, он опускается в ваше сердце через Харикатху. Кришна saying in this verse. Srimatanga Sakatakshana Purna Sarana Prahidani Vidhu Suhid Suhid Krishna, he is our best friend. В этом стихе говорится, что Кришна – это наш лучший друг. Who is your best friend? Кто ваш лучший друг? Кришна. Кришна is your best friend. Кришна – ваш лучший друг. If your best friend will come to your house, he will not ask to you, get me one seat. Если ваш лучший друг, он придет в ваш дом, вы не будете, он не будет просить вас, чтобы вы предложили ему асану, сидение. What you will see? Here when he sit or chair anything, then he himself also clean and sit. Он посмотрит, что находится у вас в доме, найдет какой-нибудь стул, если он грязный, он сам его вычистит. In the same way, those who listen Harikatha. Таким же образом, те, кто слушает Харикатху. And Krishna think, oh, he is my friend of my best friend. И Кришна подумает, о, это друг моего лучшего друга. You understand? Понимаете? One who listen Harikatha, Krishna saying, he is my friend of my best friend. Те, кто слушает Харикатху, Кришна, Господь, он думает, о, это друг моего лучшего друга. So Krishna himself cleaned all your dust inside your heart. И Кришна, он сам начинает вычищать все нечистое из вашего сердца. And sit very nicely. И очень приятно садиться в этом сердце. Understand? Where will you sit? If the place is very neat and clean. Где вы сядете? В каком-то чистом, хорошем месте. Sweet smell coming. Где царит приятный аромат. Where the bad smell coming, you can sit. А там, где дурной запах, вы не можете сидеть. Only pig, they like to sit in the bad place, bad smell. Только лишь свинки, они любят находиться в грязи, там, где дурно пахнет. So Krishna is saying this, I will clean myself. И Кришна говорит, я сам вычищу это место. Sit on the heart of the devotee. И сяду в сердце своего преданного. So for this guiding, Suhid Satam. И поэтому говорится, Suhid Satam. Friend, Satam means Sahib. Suhid означает друг, Satam означает Sahib. I am a friend of Sahib. And who is listening Harikatha is my best friend of my best friend. Я друг Саду, а те, кто слушает Харикатху, это друг моего лучшего друга. I am saying, because only human body you can listen Harikatha. When only with human body we can get ascendant sadhu. Почему я говорю об этом? Только лишь в человеческом теле мы можем слушать Харикатху, и лишь в теле человека мы можем общаться с саду. Cats, dogs, animals, birds, they're not coming. Собаки, кошки, другие животные, они не приходят к саду. They're not listening Harikatha. Они не слушают Харикатху. But all you are human beings. Но все вы люди. But you are coming. И поэтому вы пришли сюда. You are very fortunate. Вы необычайно удачливы. And Krishna enter into the earth and coming inside your heart and clean. Итак, Кришна входит в ваше сердце, выходит в ваши уши, опускается в сердце и начинает там все вычищать. So for this reason you won't be able to clean all this. You are very, very kind to me. И этот младенец, он сказал, он Нарадариш, ты необычайно добр ко мне. Now you get me, you actually, by your conscious mercy, I got this human body. По твоей беспричинной милости я обрел это человеческое тело. Now I am sure, after giving this body, I have to attain the Lord. И теперь я уверен, что когда я оставлю уже это тело, то я отправлюсь в обитель Господа. So far there, Durlabho Manusho Dehi Deinam Khanabhangra Tatrapi Durlabhang Vanne Vaikantha Priya Darshanam. Srimad Bhagavatam. Durlabho Manusho Dehi. Human body is very rare. Srimad Bhagavatam говорится, что человеческое тело необычайно редко. After 8.4 billion pieces, then Lord mercifully gives us the human body. После 8 400 000 различных тел Господь милостиво даровал нам это человеческое тело. There are no guarantee next life you will get this human body or not. И нет никакой гарантии, что в следующей жизни вы также обретете это тело человека. Because our scriptures give this statement, how will get the human body after 8.4 billion pieces. If you lose this thing, then again, and coming the same rotation.
Потому что в наших писаниях говорится, что человеческое тело возможно обрести только лишь, когда вы пройдете через различные тела, то есть 8 400 000 различных видов жизни. И нет никакой гарантии, что если вы упустите эту возможность, то вы вновь станете человеком. Придется вновь проходить через этот круговорот. Listen, it's very simple. Eating, sleeping, defending and maintaining the four things are common. Еда, сон, оборона, совокупление – это очень обычные вещи. Cats, dogs, animals, also human body. Кошки, собаки, другие животные – они также совершают эти виды деятельности. All we are eating. Все вы едите. And cats, dogs, animals, they are also eating. Собаки, кошки – они тоже питаются. We are human, we are also sleeping. Мы люди, спим. And cats, dogs, birds, they are also sleeping. Кошки, собаки, птицы, они тоже отдыхают, тоже спят. Defending and quarreling to each other. Оборона, например, вот мы ссоримся and друг с другом. Nourishment the children. Или воспитываем своих детей. Producing the children. Размножаемся. This is the nature of this material. Это природа этого материального мира. But Sadhu Sangha Harikatha is very rare. Но Sadhu Sangha Harikatha не обычайно редки. You understand? Понимаете? На чандан бани мани. You cannot get the sandalwood every forest. Невозможно в каждом лесу найти сандаловое дерево. You understand? Понимаете? You know, sandalwood. Вы знаете, что такое сандаловое дерево? Very sweet smell. У него очень приятный аромат. Understand? And also, if you cool the body, then body will become cool, cool. И если вы нанесете его на тело, как бы сандаловое масло, да? Пасту, тогда она будет охлаждать. So for this is called scripture, so no chandan bane bane, no sadhu sarvat. Every forest you cannot get the sandalwood. Не в каждом лесу возможно найти дерево сандала. In the same way, everywhere you will not get the sadhu, the same sadhu. Точно так же, не везде возможно обрести общение с садху. So why is it? Because it is only the essential self. Then you attain your highest perfection. Почему я говорю об этом? Только лишь в общении с саду вы сможете обрести свое высшее совершенство. So human body means this, how to attain, how to perform bhajan sadhan to Lord, practice and attain to Lord. И человеческое тело и предназначено для того, чтобы совершать духовную практику и затем достичь Господа. Yes? You can stay with your friends, wife, children, mother, father, no problem. But you have to practice devotional service to Lord. Вы можете находиться со своими друзьями, родственниками, тем, кто вам близок. Но самое главное, вы должны делать упор на своей духовной практике. We are saying, no need to give up everything. You have to connect. Мы говорим, не нужно ничего оставлять. Вы должны связывать эти вещи. Connect with whom? С кем? Sadhu? Кришна. Саду и Кришной. Установить эту связь. И воспевать святые имена. В особенности в эту Кали-Югу. Нет никакого другого пути для достижения Господа. Саду Санга, Нами Санкертана. Саду Санга, общение со святыми и Нами Санкертана. Общаться с саду и воспевать святые имена. Мгновение или даже половина мгновения, этого достаточно, чтобы достичь своего высшего совершенства. Канардхи сатсанга севадхи нина. Канардхи very tiny time. Если саду, then attain your highest perfection goal. То есть тут говорится, что даже очень-очень маленький отрезок времени, мельчайший, этого будет достаточно, чтобы достичь твоей высочайшей цели. So this is it. Атанти кхема причама бхавату анага. Кханардхови сатсанга севади нинам. One moment, half minute, two seconds. And attain highest perfection. Мгновение или даже половина мгновения общения с саду, благодаря этому вы сможете достичь своего высшего совершенства. So Sadhu Sangha will listen to Harikatha. Sadhu Sangha предназначена для того, чтобы вы слушали Харикатху. Your heart will never be fine. Без слушания Харикатхи ваше сердце никогда не очистится. So for this God, then you won't be told. И поэтому здесь говорится. You are very kind to me. А, то есть этот младенец сказал, о,
Ты проявил такую доброту ко мне. Because you are Uttam Uttam Mahabhagavat. Ты Uttam Uttam Mahabhagavata. Just you taking darshan, then I gave up my body of Bambubi, then I gave up my body of Kukubas, now coming human body. То есть только лишь увидев тебя, получив твой дарсан, я оставил свое тело шмеля и также тело кукушки и получил это тело человека. But the human body also will give up or not? Но это человеческое тело мы оставим когда-нибудь или нет? Will not die. Raise one hand. Поднимите руку, кто не умрет? No. Anyone can die. No, I will not die. Никто не может сказать, что я не умру. But before give up this body, но до этого момента, до оставления своего тела, you have to do bhajana and sadhana Krishna. Вы должны совершать бхаджана садхану Кришне. Because this is the nature of this material world. Потому что это природа этого человека, этого материального мира. Jato si dhruva, mrityu dhruva. Jato si dhruva, mrityu dhruva. One who takes birth, he will die. Тот, кто рождается в этом мире, обязательно умрет. Так это или нет? One day will die or not. Однажды вы погибнете или нет? Умрете? But when? Но когда? You don't know. Вы не знаете. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 you have to die. Сегодня, завтра, послезавтра или через сотню лет, но однажды вы все равно умрете. Оттава сатабде митту дхрувам. Today, tomorrow, day after tomorrow, we have to, or after 100 years, you have to die. Сегодня, либо же завтра, или послезавтра, или через 100 лет, но вы однажды все равно умрете. And you go alone also, no one go with you. И вы отправитесь отсюда один, никто не пойдет с вами. Who will go with you? Кто пойдет с вами? And how much money will go take with you? И сколько денег вы с собой сможете унести? And one penny will not take with you. Ни копеечки не сможете взять с собой. Because you have come alone, you have to go alone. Потому что вы пришли сюда один и уйдете отсюда также один. But I am saying no, no, you not, you will not go alone. Но я говорю нет, вы не уйдете один. Someone also go with you. Кто-то последует с вами. Who will go with you? Кто пойдет? Holy name. Guru and Krishna. Guru и Кришна. So it's saying, Sitaram, 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 Hari, Jai Vidhi Rake Ram, Jai Vidhi Hari. Sitaram, 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 Hari. Jai Vidhi Rake Ram, Jai Vidhi Hari. Никогда не думайте, что вы одиноки. Кто с вами всегда? And Господь. And he's your best friend.
И он ваш самый лучший друг. And he is called your always ever well wisher. И он является нашим самым высшим благожелателем. You understand? Понимаете? Lord is your ever well wisher. Господь наш вечный благожелатель. And so always faith with Lord. Поэтому всегда верьте в Господа и воспевайте святые имена. И когда придет ваш предначертанный час, вы оставите это тело и достигнете обители Господа. Hari Gopal 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 Gopal